Ребята, всем привет! Мы все с вами ждали этот день, первые часы 11 октября. Диане уже исполнилось 17 лет. Самыми первыми, как только часы стукнули 12 ночи, ее приехали поздравить друзья и ее парень Кирилл. Диана вместе со своей лучшей подругой Настей вышли во двор, где ее уже ждали первые подарки, поздравления, цветы и, конечно же, торт-лицо. Естественно, именно Кирилл исполнил этот самый традиционный момент – торт-лицо. На этом первые поздравления не закончились. И уже в доме Дианы ждала ее мама и Дана с подарками. Причем Диана считала, что они уже спят, но нет. Спасибо маме Дианы, что показала нам полностью весь этот момент, когда счастливая Ди заходит в дом с подарками, и то, как она впервые видит подарки от своей семьи. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ловаться не будем, ребят, смотрите на Диану. Диана, что с твоим лицом? Мой возлюбленный Кирилл очень постарался. Ребят, все постарались. Диана уже с цветочками. И да, прежде чем вы посмотрите этот момент, я хочу сказать, что день рождения у Дианы будет праздноваться всю неделю, с понедельника до воскресенья. Это включает в себя празднование дома, в ресторане, со своей компанией и со своим парнем, в школе с друзьями, по сериалу и в загородном доме. В этом году день рождения у меня длится аж неделю. С понедельника, то есть с сегодняшнего дня, до воскресенья. Да. О, вот, заценила тортик. Но сейчас то, как Диана получила свои первые подарки от семьи. А пока смотрим, давайте все вместе поздравим Диану с 17-летием. Не верится, как быстро летит время, и Диане уже 17. С днем рождения от всех нас, любимая Ди. Мы тебя поздравляем, ты же с днем рождения. Еще день рождения твой, конечно, не прямо-таки настал. Ты родилась начало 10-го, но... Дан, поздравляй свою сестру. С днем рождения. С днем рождения! 17 лет, такая взрослая. Так, это еще не все, у нас тут еще вот подарки. Талисман, вот. Кролик! Смотри, какой крутой! Ребят, смотрите, какой обалденный! Он просто нереальный, блин! Настя, ты не поверишь! Что такое? Это обезьяна! В смысле, вы о чем? Я она одета похожа на тебя. Я знаю. Она такая милая. Мы были в этом магазине, я увидела эту обезьянку и говорю: Диан, я тебе на день рождения ее подарю. В итоге я подарила зайца, а Дана подарила эту обезьянку. Офигеть. Дианочка, это тебе букеты, они там уже с водой достанешь. Ребят, на самом деле, подожди, стоп, не открывай. Я очень сильно переживаю, чтобы Диане понравилось. Так и знала. Что, блин, как это так и знала? Я догадывалась, я знала, либо мама подарит мне от этого бренда колечко, я думала, это будет 100% какое-то украшение, потому что мама мне еще подарила часы офигенные и сережки. Ребят, мама... чтобы вы понимали, часы я покупала на ДФ, но, короче, Диана о них узнала и пришлось подарить раньше. Ребятки, вот. Ну, блин, я расстроена, что ты Диана знала. Ну, как это так? Я Ванга, я ведьма. Короче, я расскажу. Я знала, потому что мама купила себе от этого бренда тоже колечко, и не только колечко. Короче, с днем рождения! А теперь я... Короче, сейчас я уже получила все подарки. Друзья меня, мои любимые, приехали, поздравили, но не полностью. Подарочки будут похожи, как я моя. В общем, я сейчас пойду убирать торт, который лежит возле нашего двора, возле калитки, потому что там все расквасилось. Я пупсик! Спасибо! Не, ну в ванную точно надо идти. Очень сильно. Спасибо, ё. И все твои 20 голосовых про туфли я тоже люблю. Я тоже, кстати. Да, послушай, да, я уже поняла. Все, ребят, любим. С днем рождения еще раз.